14 июня 2021 года, 12 часов дня где-то, нахожусь возле Малого карьера. То есть основное озеро «Светлая жизнь», большой карьер, находится там. А здесь его, так сказать, малый филиал находится. Садоводческое товарищество «Песчаный берег». Это озеро, этот карьер. Вообще карьер когда-то представлял из себя несколько, много-много всяких озер таких, то есть выкопанных, ну как, водоемов, копали песок и образовались эти вот озера. И это одно из них. Глубина здесь чуть больше человеческого роста, наверное, в самом глубоком месте. Дно песчаное, как и везде на карьере. Садоводческое товарищество «Песчаный берег» называется. Мы сейчас, значит, находимся ближе к Знаменке, в этой части, а та часть ближе к основному озеру и, соответственно, городу Орлу. И мы пройдем туда, откуда кричат дети от счастья. Мы посмотрим этот маленький пляжик, я вам его покажу. А приехал я с объездной Орловской вот оттуда. Очень большая куча мусора, я не стал ее снимать, портить настроение. Кошмар какой-то. Вот. Итак, мы с вами продвигаемся в сторону основного озера Светлой Жизни, вдоль малого его филиала. Хочу сказать, что здесь температура воды на примерно 4 градуса выше, чем в основном озере Светлая Жизнь. Я замерял это в 2015, по-моему, году или 2012 году. Не помню я. Видео есть, кстати. Я выкладывал. Малый карьер, там озеро Светлая Жизнь. Выкладывал. Ну, он по размеру, да, небольшой, но тем не менее купабельный. В начале лета. И что примечательно, купаться в нем можно практически с конца апреля, если год теплый. А почему говорю в начале лета? Потому что летом оно начинает зацветать. И такие, знаете, зеленые сопливые водоросли образуются. Короче, некомфортно. Да, вот лягушка подтвердила. В общем, замечательное местечко, неглубокое такое. Сейчас посмотрим, насколько купабельно то место, откуда кричат дети. И, может, сами искупаемся тоже. Если народу не особо много будет. Вот. Я уж снимал это место год назад, там не помню какого июня. Уточки там плавали. В общем, можно посмотреть все. Канал Дмитрия из Орла, Малый карьер, озеро Светлая Жизнь, утки. Вот по таким запросам находится ролик. 500 какой-то. 500 какой-то ролик. Или 600 какой-то, не помню. Вот, самая жирная часть, самая красивая, приятная. Подходим, подходим. Вот. Тут люди купаются, с детьми даже. Как видите, здесь не глубоко. Здесь очень хорошо. Купаются здесь. Так, вот здесь, наверное, велик оставим. Какая у собачка красивая. Здравствуйте. Ухо завернулось. Молодец. Так, вот, смотрите. Черная... Ух ты, какой-то прям черная утка или что это? Черный лебедь. Вообще, утка какая-то черная. Вот такое замечательное место. Неглубоко. Камыши, то есть рогос. Вода, как видим, теплая. Не особо прозрачная, но тем не менее. Сейчас еще немножко. Не видно. Сейчас я подойду. Вот отсюда еще немножко посмотрим. Ну, просто как вот показать, какие здесь размеры у этого озера. Ну, может быть, длину, может быть, с метров 150, ширину, может быть, метров 50, не знаю, может, 200 в ширину. Здравствуйте.
Во. Ну, наверное, 200 метров. И 50 метров. Дно песчаное. Здесь дно похуже, чем там, где люди купались. Ну, можно пока еще искупаться, пока вода не зацвела. Ну, на любителя. Я, наверное, здесь купаться не буду. Поеду на озеро Светлую Жизнь. И там сниму для вас еще один ролик. Не будем мешать детям. Вот такие дела. Отличное местечко. Спасибо вам за просмотр. В следующем ролике покажу озеро Светлую Жизнь. Посмотрим, что там на пляже происходит. Здесь очень красиво, хорошо, сами видите. И что очень важно, сюда можно приехать уже весной, в конце апреля, в теплый год можно купаться. И вода здесь будет 20 градусов в конце апреля, в теплый год. Тогда как в основном озере Светлая Жизнь всего лишь 16. Я замерял. В 2012, по-моему, году. Да, в 2012, по-моему. Красота. Спасибо за просмотр.